вот вам и Хейла. Оп. 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 Никто ничего не видел, все, все хорошо. Смотрите. Хейла на PlayStation 4 пишет, да. Да. У меня есть где-то 45 минут. За это время я постараюсь пройти хотя бы одну миссию, там, да, поразвлекать вас. К сожалению, вас буквально на 5 минут покину, друзья, и вернусь. Вот, нужно пару дел сделать. Короче, пошел стрелять я космических уродов, а ты, я не знаю, что пошел делать. Я пошел работу делать. Хорошо, давай, удачи. Я немножко, ну, смогу, наверное, отвечать на комментарии, там, смотреть, потому что передо мной еще ноутбук. Вот, но если я буду отвлекаться, то, естественно, меня будут убивать. Мы, опять же, играем на героическом режиме. Вот, на легендарном я, ну, боюсь туда заходить, там нужно только в кооперативе. База заблокирована, выход закрыт. Надо как-то отключить систему безопасности. Да, устраним угрозу, и блокировка снимется. Так, а... И вы меня снова видите, да? Да, если да, то это очень круто. Все заработало, да, тогда отпускал. Я возобновляю. Он действует сам по себе. 6:31 утра он самовольно так, покинул так, место службы. Дело не в мастере Джон Чифе. Эмоционально не готов расценивать ее как угрозу. Эй! Мне кто-нибудь ответит? Ты не в себе, Роберт. Да, сэр, видели. Как и все остальные. И поехали. Сейчас все будет. Покрыл планету стеклом в 48-м, всю колонию Кон. С тех пор нас тут не было. Управляется частной корпорацией. Стекло убирают, это делает планету пригодной для жизни. Почему мы пошли длинным путем? Элементарная вежливость. Я выросла на свободной планете, похожей на Меридиан. Если Кон высадится посреди это... города, местные сочтут это актом агрессии. Тут начало только, но кстати, я думаю, сейчас мы быстренько доберемся до того момента, когда я остановился. Какого черта здесь делают? По графике, ну смотрите, но тут дело даже не в графике Хейла или Киллзона, а в графическом дизайне самом по себе. Вот. И эстетика Хейла мне очень нравится. Причем в Киллзоне тоже классная эстетика, но почему-то вот в плане стрельбы, в плане геймплея, мне Киллзон последний не очень зашел. Я причем думал, что... Губернатору помощь не нужна. Немножко зажрался и, возможно, придираюсь к игре, но на самом деле нет. Когда я запустил вторую и третью часть, они ощущались спартанцы? Намного лучше, черт, чем они тут делают? Как раз новый Киллзон. Что происходит? Станция Меридиана такого. От игромании текст у нас по Хейла пишет Антон Дати. Всем сохранять спокойствие. Штаб Меридиана. Откройте двери космического лифта. Там враги! Открой двери, чтоб мы могли помочь. Черт возьми, Кайл, не стой! Ладно, вперед! Приготовиться к запуску! О, вот, точно. Как раз база вот заблокирована, выход закрыт. Надо как-то отключить систему безопасности. Прорвались. Да, устраним угрозу, и блокировка снимется. Всем добрым людям, Меридиан. Приказываю взять руки. Управление лифтом, активируйте автоматические турели. Пытаемся, губернатор! Дверь охранной вышки заклинила! Автоматические турели сейчас бы пригодились. Ребята, вы в комментариях, пожалуйста, напишите, стрим работает или нет, потому что когда я смотрю, у меня все нормально. Стоит ли покупать Xbox One только ради Хейла? Слушай, Вась, у нас тут стрим один раз упал. Да, но сейчас вроде все работает. Смотри. Да. Ну-ка, давай, настрой тогда. Вот. Сейчас я к тебе присоединюсь уже.
Убили. Экраны, пока требуется помощь! Броню заело! Броню заело. Заело? Да. Давай, Нейтан Филлион, помогай мне. Быстрее, быстрее, быстрее. Не успел. Кек. Кек. Все. Ладно. Моя вторая попытка. Спасибо, Твич. Смотри, смотри, вариативность. Я могу тут проползти вот так, по стелсу. О, какая. Нужно переместиться. Меня обездвижили. Броню заело. Не бойся, но я тебе позабыл. Да-да-да, они если погибают, а да, то... У тебя пока ты вставал, уже появилась кнопка «Жить соратника». Так. У меня, к сожалению, есть незаметнейшие действия. Что такое? Судя по всему, у Артемия Козлова сегодня не получится постримить Ситис. Да, друзья, скажите, как сейчас звук? Вот, я думаю, нас должно сейчас нормально слышно быть. Слышно быть, да. Там почитай вопросики, что-то. О, да, детка, о, да. Поехали. Это моя пушка. Пишут, Microsoft вроде как должна в скором времени анонсировать мышки для Xbox One. Да. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Вот. Как ты думаешь, спасибо, будет ли легче играть в Halo с ними? Слушай, я думаю, Halo это такая игра, которая заточена под геймпад, но если вам удобно играть с мышкой, то почему бы и нет, друзья? Ну, тут, да, тут вопрос того, к чему вы привыкли, потому что, например, я тоже был ярый противник играния на джойстике до того момента, как приобрел себе PlayStation 3 и буквально недельку там поиграл в несколько там шутеров и понял, что на самом деле это не так уж и... сложно это, и не так уж это отвратительно. Нет, это зависит еще от игры. Некоторые есть, заточены ну под да. геймпад, некоторые нет. В основном это зависит еще от игры, но игры, которые вот типа эксклюзивные для консолей, это на самом деле не так уж сложно, и играться-то, в принципе, учишься достаточно быстро. То есть Borderlands, допустим, он заточен под геймпад как да. раз, и в него приятнее с геймпада играть. Да, с друзьями, кстати, играл Borderlands с геймпадом на компе. Я думаю, меня сейчас закидают грязными. Я тоже как раз на ПК играю, но с геймпадом обязательно. Да, есть некоторые такие игры, в которые удобнее играть. Я, например, ну, это платформер, правда, Ori. Ага. Вот, потому что я вот, особенно платформеры, кстати, я вообще не вижу смысла играть на клавиатуре. Ну, не то, что не вижу смысла, я понял, что для меня намного платформеры удобнее играть на геймпаде. Плюс еще как бы вот особенно в таких играх, как, ну не знаю, Bloodborne, то есть Dark Souls серия, появляется вот эта вот функция красться. То есть чем сильнее, грубо говоря, чем слабже отклоняешь стик, тем медленнее он идет, и тем, возможно, тебя меньше типа будут слышать, видеть противники. И на мой взгляд, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, на ПК делается отдельной кнопкой, я так подозреваю. Ну, то есть красится, грубо говоря, ну, на геймпадах, мне кажется, намного удобнее. Гардиан даун. Гардиан даун. Все. Все гардианы погибли. Артемий переехал на завтра, он пишет в комментариях, друзья. Так что, к сожалению, сегодня Cities Skyline вы не увидите.
Вот, но я думаю, что я, наверное, подменю Яна еще на полчасика после шести. Тебе же, наверное, в шесть, да, бежать нужно? Ну да. Единственное, вот. Но ты понимаешь, что там нельзя я помню, всю да? эту стримить. Ну сейчас посмотрим. Я думаю, ты сейчас как раз пройдешь третью главу и включишь я постараюсь, восьмую, чтобы я, уже... я мог поиграться. Правда, я не знаю, докуда можно в восьмой главе зайти. Но я думаю, как только восьмая закончится, я сразу остановлюсь. В скором времени анонсируют Sunset Overdrive на ПК и PlayStation 4, пишут. Окей, 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 ребята, верьте, надейтесь, ждите. Верьте, надейтесь, нет, на ПК возможность, я думаю, появится какая-нибудь, потому что все-таки этот... Про зомби, как он там назывался? Plants vs... А, нет, нет, ты про этот, что ли? Я про этот, как... да. Ну да, Dead Rising. Dead Rising 2. Его в итоге все-таки тоже перенесли на ПК через какое-то время. То есть я думаю, на ПК какой-то шанс есть. Тем более, что Xbox вроде как обещал какой-то свой внутренний... не Xbox, простите, Microsoft обещал какой-то свой внутренний сервис для 10-й винды под игры, насколько я помню. Ты не помнишь такого? То есть они обещали, по-моему, какой-то свой магазин для игр. Давай то, я там... сейчас немножко сосредоточусь, потому что... Да, сосредоточусь. Я могу, кстати, друзья, вы не понимаете мои слова за данность, то есть я могу что-то перепутать, что-то услышать, что-то только слухи, что-то не слухи, вот, так что я могу очень сильно ошибаться, но, по-моему, что-то такое было, и, в общем-то, что я хотел сказать, ну, этот же, все время забываю слова, Fable, Legends, для ПК обещали же, и насколько я помню, они обещали, ну не то что обещали, а где-то там в каких-то местах показывали, что он через магазин Microsoft будет распространяться. То есть это первый спойлер, который мы видели по поводу Fable Legends. То есть сейчас о нем ничего не известно, а в дальнейшем, ну, поживем увидим. Я очень надеюсь, что на ПК перенесут эту вот игру, которую недавно анонсировали, про дракона. Чувака, за которого играешь, Dragon Scalebound, да. Вот на это я очень надеюсь. Я не хочу ради нее покупать себе Xbox One, если честно. Давайте, давайте, ребята, ну бегите, бегите, давай, поднимай, 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 поднимай. Давай, давай, ора, 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 ора. Да, стриминг игр с Xbox One на ПК. Это уже сделали, эта функция, насколько я знаю, уже доступна, она уже есть. Но, по крайней мере, никто еще не пользуется. Нейтан Филлер, по мере, давай! Я не видел, что показывали какие-то там видео, обучающих, как это все пользуется. То есть это работает. Это рабочая схема, но вот пока никто, по крайней мере, у нас этой функцией особо не пользуется, как мне кажется. Fable Engine, MMO для PC и ПК. Разве? Ты ничего не знаешь по поводу Fable Legends? Я... Fable Legends это не совсем MMO, но да, она пока... Ну, сеттинг там MMO мощный, но она, по-моему, не онлайн. Ну, хотя у нас в комментариях он, люди пишут, что используют ее активно. Ну, как бы на вкус и цвет фломастеры разные, друзья. Так что каждому свое. То есть функция запущена, функция есть. Хотите, пользуйтесь. Так, у меня не из чего стрелять. Все так говорят, вот, ну. Вы ждали нормальный Fable с сюжетом, а они подсунули Fable Legends. Она что, уже вышла, что ли? Я что-то пропустил? Нет, нет. Там она просто там демки были с ней, и я бы не сказал, что я впечатлен как бы демками. Ну там нет чего-то впечатляющего, да, но... Это знаешь, была игра очень, кстати, классная по Властелину колец. Ой-ой, это что еще за говно? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот прощай, это вот гетрект. Просто. Почувствую себя однонюком. Ну, вы поняли, о чем я. Гетрект. Ребята, назад. А, ну да, можно, кстати, зарегистрироваться на мультиплеер бета для Fable Legends. Ну, не знаю, друзья, по Fable Legends пока еще мало что известно. Никаких даже демок нету. Где ассасин? Алло, друзья, ассасин закончился. Мы его постримили час, к сожалению, у нас игра не успела скачаться полностью, потому что ключ к игре мы получили только сегодня утром. Днем.
нем даже, да. А игра весит 41 гигабайт. Вот. Поэтому, к сожалению, мы не успели ее докачать к стриму полностью, потому что это занимает достаточно немаленькое время. Поэтому мы смогли пройти лишь пролог, а там аж целых две главы, друзья. Если хотите, в скором времени запись трансляции появится на Ютубе, можете посмотреть там. А сейчас можем посмотреть это все на Твиче в прошедших трансляциях. Вот, я снова... Да что ж ты будешь делать-то, ну? Испепелен. У меня печет и горит. Вот от этой вот штучки. Стримить груз плавный на тормозной ноут — это круто. Ну, скорее всего, это, собственно, для этого и придумано, чтобы, грубо говоря, подключить джойстик к ПК и играть с ПК в игры с Xbox One. Хорошая, на самом деле, тема, очень удобная. И ничего плохого-то в ней и нету, я, в принципе, ничего плохого не имею. Вот, но на мой взгляд, не большинство этим будет пользоваться. Help, help, help! Я думаю, уже поздно тебе помогать. Мне нужна помощь! Help! А, нет, смотри-ка, успели. Ой. Еще бы чуть-чуть. Гайз, гайз, назад, назад, гайз. Вперед, бегом! До релиза можно стримить только две главы, хороший отмазок. Ничего не могу сказать по этому поводу. Вот. Я думаю, завтра просто мы постримим дальше. Так что... Не обессудьте, друзья. Вы сами знаете систему PlayStation 4, в которой... Сначала загружается 4 гигабайта, и ты можешь уже чуть-чуть поиграть, а потом тебе пишут... Жди, когда докачает все остальное. Так что вот так вот. Эй, по рыцарю! Уничтожь рыцаря! У меня печет от этого урода. Он какой-то очень сильный. Требуется помощь! Сидя на стримах, я понял одну вещь. Система, когда стримит Захар, он банит все и вся, ничего не считает. Прярики все тоже строго несправедливо. А Вася самый ламповый. Спасибо вам. Спасибо вам, 225 Лев Тигроед 225. Очень приятно. Анако убита! Перегруппироваться! Помимо Фэйбл, Microsoft еще Killer Instinct на ПК недавно анонсировали. Да, была такая информация, насколько я помню. Но Killer Instinct — это все-таки файтинг. Вот, ничего такого особого у него нет. То есть файтинг на самом деле для него еще хватает, но пока, на мой взгляд. А вот Fable Legends что-то интересное. Зад ему нужен. Мне зад, точно. Вот, все. Слушай, какая гадкая штука. Ну, а что ты хотел? Не все так просто должно быть. Спрашивают, зачем Хэлл расскажу, чтобы было весело. А у тебя при выстрелах контроллер тоже вибрирует? Да. Прикольно. Он подробно. Они что, по-моему, рыцари что ли убрали? А, нет, есть. Я думал, они это, ну, у них адаптивный уровень сложности. Ты знаешь, что здесь мастер шеф озвучил? Спрашивает Бигман, Бигман Бро. Ты вот в прошлый раз, когда умер, сказал, а, ему в спину надо стрелять. Нет, нет, смотри, сначала ему нужно в бока стрелять, потому что они горят. Да, кстати, предлагают, может, еще гранатами попробовать его закидать? Нету гранат. Да, что ж ты? Да не бомби ты меня! Ты будешь умирать до тех пор, пока каску не оденешь. Да, это хороший совет. Спрашивают, где же техника безопасности?
я бы почитал какой-нибудь много по технике безопасности борьбы с инопланетянами. Я думаю, в каком-нибудь экспоме такая должно быть, да? Назад, урода. Да, друзья, к сожалению, стрима по City Skylines сегодня не будет. Артемий перенес его на завтра. Вот. Он же в 6 часов. То есть мы правильно делаем, что не стримим. В смысле, что продолжаем стримить. Вот. Вы знаете, мне хочется сейчас матом очень сильно ругаться. Ну, что ж поделать. Ты не представляешь, как держит тебя в руках Арик на стримах по шутерам, потому что он совсем в них не умеет играть, и ему очень сложно. Не, ну как, он, у него есть какой-то скилл, он появляется через какое-то время, но ему сложно держать себя в руках, очень сложно. Я чё, я буду это вокруг этого трактора бегать? Куда ты от меня убегаешь? Тебе предлагают позвать Тиви Фрай, чтобы она его сломала. Да, судя по тому, как она бьет по этим стыкам. Я думаю, это плохая идея бить его в рукопашку. Судя по тому, как она бьет по стыкам между вагонами, и они ломаются, я думаю, да, она убьет его с парочки ударов. Нет! Живи, Ян. Ян, живи. А, все, у него спинка открыта. Довалите, урода, давайте втроем. Ну. Понятно. Ребят. Они там его постреливают. Что за говно? Ну давайте. Вот вам и безмозглый боевичок, да? Шутерок вам, да? Ага. Ну съешься. Да, сложно как-то боить. О, это все, получается все. Босс какой-то? Аллилуйя. Это не босс, браво. Походу, это рядовой. Это один из рядовых, да? Ну да, просто они более-менее сильные. Угу. Спартанцы, ваших рук дело. Мы лишь помогали губернатору. Многое сделали ваши люди. Класс, мне очень нравится вот эта тема. Эта дорога ведет прямо к станции Меридиан. О! Машинки. Ты не туда сел. Я не туда воюю, да. А почему ты сразу поехал назад, блядь? Поохотимся. Это ты из машинки так стрелять можешь? Да. Он такой прижался к твоей машинке, такой, не, я, пожалуй, сам поеду. Ух. Меня, кстати, немножко напрягло управление в Halo. Первый раз, когда я играл. Ну, не в Halo, это такое же управление было в Borderlands. Я немного не понимал его. То, что ты едешь туда, куда указывает этот... целеуказатель. То есть ты управляешь, грубо говоря, если играть на ПК, то мышкой. Вот. Но как оказалось, что для... Как раз для... Вагон дебилов. Для джойстиков очень удобное управление, это для машин. Вот. Да что от меня? Пропаганда не брала, спартанец. Слушайте, за мостом ближе к городу есть еще люди. Им нужна ваша помощь. По-моему, я сейчас умру. Да. Мне нравится. Жора, пацаны, Жора спрашивают, что с рулеткой. Жора отвечает, нормально делай, нормально будет. Спасибо, спартанец. Вот так. Спасибо, спартанец. Поехали. Во-во-во. А ты по своему что ли только что поехал? Да норм. Норм все. Норм все. Я им дальше. Сейчас все будет. Так. Друзья, задавайте свои вопросы. Мы еще где-то... Ну как, я здесь еще минут 15. Спрашивайте свои ответы. Я постараюсь еще там полчасика после Яна побыть. Ну это как пойдет. Кайф вообще. Пишет что-то Destiny какой-то. Не. Ну нет, друзья, это совершенно разные игры. Destiny здесь ни капельки нет, честно. Даже вот человек, который играл в Destiny, Ян и я, в принципе, два человека, которые играли в Destiny, вам об этом говорят. Ну, поехали, давай. Ян, ты играешь в футбол-менеджер? Нет.
Я похож на человека, который играет в футбол менеджер? Ты похож на менеджера какой-нибудь футбольной команды, как мне кажется. Но не человека, который играет в футбол менеджер. На человека запахнешь, по-моему. Как новый марсианин спрашивает? О, супер, мне очень понравилось, ребят. А тебя? Ты смотрел? Да, я посмотрел, буквально в прошлую. Я как только журнал сдал, сразу же подбежал. В понедельник прям. То есть, по-твоему, это стоило того, да? Ну да. Ну, в принципе, достаточно неплохой фильм, и, на мой взгляд, тоже, да, обязательно просмотр. Ну, смотри, он очень добрый и жизнеутверждающий, без всякого говна такого. Да. Вот, «Страх перед марсианином» лучше «Интерстеллар», это, опять же, как-то «Хейл» и «Дестини» совершенно разные вещи. Это еще что за говно? Я не про «Интерстеллар». Я понял, да. Убейте. Спрашивают, а что, «Хейл» однообразный? Как по-твоему? Да норм. Там рыцарь. Рыцарь. Вот. Рыцарь. Насчет того, что однообразно ли Хейл, я ответил, там рыцарь. Так что я думаю, тут все понятно. Оу-оу-оу-оу-оу. Спрашивают, когда будет мультиплеер. Именно в плане демонстрация? Ну нет, не демонстрация, а выйдет вообще. Так будет мультиплеер на релизе? Ну, на релизе, друзья, да. Нет, заранее точно сказать не можем. А мы показать... Можем? Нет, мы показать не можем, потому что... У нас пока версия без... Причем нет, для рецензента там будут отдельные игровые сессии с мультиком. Показать мы их не можем, друзья, к сожалению. Я тебе скажу, когда настанет твое время уходить, не переживай. Броню заело! Броню заело. Всего-то. Это знаешь, как эти есть, ну, как называется, молния, которую ты застегиваешь. Вот она заела и больно. Она заела, да. Просто ты стоял такой, застегивал, тебя выстрелили. Зиппер травм. Блин, заело. Сам не справлюсь, друзья, подойдите, помогите, да? Поднимите мне левое веко. Поднимите мне правое веко. У рыцаря дробовое ружье. Берегитесь выстрелов. Ну чё, пацаны, идите сюда. Давайте. Вася, что скажешь о заявлении Канами о том, что Кодзиму не уволили, отправили в отпуск на пару месяцев? Заняла позицию. Пацаны, хорошо ему отдохнуть. Пацаны, садитесь, ну. Друзья, я как бы с творчеством Кодзимы не очень хорошо знаком, к сожалению. Вот. И не понимаю, если честно, всей волны этого хайпа по поводу. Пацаны, едем, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так. Ура. Василий, почему у тебя так мало в эфире бывает? Сам не хочешь ли конкуренция большая? Хотя я в основном отвечаю за техническую часть наших стримов, поэтому как бы сидеть одновременно и следить за технической частью и трансляцией не всегда получается, вот, очень редко. Вот, да, и как бы... Но я, допустим, тоже достаточно редко участвую, потому что не часто в офис приезжаю. Да. Вот, я, например, не часто в офис приезжаю. А у меня, как бы, кроме этого, дел достаточно, кроме того, чтобы скинуть. То есть, когда как, когда получается, когда нет. Ну, там, в основном, тем более, еще Арик стримит. Вот, и у него как подойти, перехватить геймпад не очень удобно и не очень... хорошая затея это сделать, да в основном это не получится, вот. Так что вот так вот. Там говорят, что тебе что танк есть на склоне. А черт, вот они идут. Так я почему-то его тоже не вижу. На каком склоне там есть танк?
Тебе пишут, Ян вообще на работу не ходит, его не исключение. Не губич. Кажется, твой знакомый. Битик, не шути так. И в очередной раз вопрос про Звездные войны, как вам трейлер. Да друзья! Ютуб. Хочу. Игромания вживую. Игромания утром, 20-10. Watchit. Там, в принципе, Ян с Георгом сегодня. Сейчас спасу, сейчас спасу. Поэтому. Ну да. Не спас. Спасибо, спартанец. Она всегда эксклюзив для коробки. Номерные части, да, друзья, но сейчас свершилось великое. И в прошлом году Innova анонсировала Halo Online только для ПК, Василий, и только для России. Василий, ну. Первая и вторая часть можно на ПК поиграть. Ну, первая и вторая часть тоже переиздали, по-моему, на ПК. Это же не сразу она, по-моему, выходила на ПК. Что, мы все еще защищаемся, что ли? Не знаю, да, вот так. Опять вот, этот. Вот так вот, вот. А вот в эту тачку не можете? Видимо, нет. Кто меня там ест? Тебе все еще пишут, что бери танк. А где, где, ребята? Внизу? Да. Вот я вижу еще одну машину. А вон там он дальше нет, не лежит никакого там. Вон туда. По прямой. Это ты пассажиром, да. Штуки все еще там, спартанцы. Нет, куда-нибудь мы съехать не можем. Видимо, друзья, танк мы больше не можем взять, даже если он там был. Попробуй сбить этого огромного чувака. Да не этого я имел в виду. Но этого тоже можно. Вот, да, имел в виду, я дал вам второго. Да, ждёшь, что-то все больше и больше народу, по-моему. Вот того урода надо ставить. Ну, либо заставить расстрелять своих лагерь товарищей. Они с таким хрустом разлетаются, прямо с такой отдачей. Отдачи, то есть да, 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 ну серьезно, да, прям вот именно тактильное ощущение очень классное. Сами тёлки, водители. Да? Ой, у вас пятеро всего? Нет. Садись обратно вверх, что ли? Графон пишут. Ах, вот ты где! Их двое! Наши зарубежные товарищи спрашивают, что у нас спиной стена, или это Wallpaper? Напиши, что это Wallpaper. Я написал как истинный спартанец. This is the wall! Ну ладно, это было не смешно практически. Я еще вижу врагов на карте. А знаете, серьезные русские на фоне кирпичной стены. А вот, кстати, интересный вопрос. Василий и Ян. В игровую индустрию трудно обозревать профессионально, чем другие сферы журналистики. Ну, смотри, я еще немножко техножурством занимался. Да, все, фронтир. Зайдите в город, и мы поговорим. Нет. Мы скоро будем. Да, к сожалению, друзья, дальше мы вам пока показать не можем, потому что дальше будут спойлеры. Вот, и мы можем еще чуть-чуть показать восьмую главу. Слушай, я думаю, может, закруплимся, потому что как раз уже 6 часов. И... Думаешь, окончательно закруплимся? Ну, да. Так, ну, давай смотрите, окончательно закруглимся, друзья. Вот, у нас еще, мы, в принципе, возможно, еще постримим восьмую главу. Угу. Нам еще разрешено и постримить. Может быть, завтра, хотя у нас еще на завтра запланирован Assassin's Creed Syndicate.
Ну, в общем, я думаю, что как-нибудь мы еще обязательно пострелим на Хейла, потому что Яну она очень нравится. Он даже хочет унести себе Xbox One домой и поиграть дома немножко, да? Мы пока без оценочных всяких суждений. Ну, мы говорим, да, без оценочных суждений. Это наше сугубо личное мнение, это неофициальное мнение журнала, но вот, вы можете сами судить о том, что видели. Так мы что, пока смотрите, судить вам что-то сказать не можем. Вот. Значит, с вами был Василий Копейкин, да? Я, с вами Кузов, был я. Великий, ужасный. Вот, всем спасибо, что смотрели. До завтра. Удачи вам, ребят.